видите? Вот это, здесь вулкан. Представьте, что вот это вот настоящий вулкан. Мы около вулкана. Нам нужно через него пройти, да? Да, а долговязый Джон Сильвер сделал такую гадкую штуку. Он разобрал вулкан со своими сообщниками и сделал так, что началось извержение. А камни, и тут он перед нами лава кипящая, по которой мы не можем пройти, не сгорев. И для этого нам нужно что-то сделать с лавой. А долговязый Джон Сильвер сложил все камни вот в свою огромную кастрюлю волшебную. И нам нужно сейчас разбить эту кастрюлю с помощью наших мечей сверкающих. И затушить камнями всю лаву. Давайте, начинаем. Смотрите, чего мы добились. Мы засыпали.